Для получения консультации магаданцам нужно установить кодовое слово. Теперь, чтобы обратиться к специалисту пенсионного фонда по телефону с вопросом общего характера или по материалу своего индивидуального лицевого счета, нужно установить личный код, а для этого потребуется подать заявление. Наиболее простой способ сделать это через личный кабинет на сайте пенсионного фонда. Сначала нужно зайти на сайт pfrf.ru, далее авторизоваться, то есть ввести логин и пароль от портала госуслуг, они точно такие же. И уже в своем профиле пользователя выбрать соответствующие настройки и задать кодовое слово. Если калмычанин не зарегистрировался на портале госуслуг, то подать заявление для установления кодового слова нужно при личном посещении ПФР по предварительной записи. Узнать подробную информацию можно по телефонам горячей линии, которые указаны на сайте организации в разделе «Контакты региона». В Магадане около 1000 человек получили свой личный код.